Чтобы все желающие смогли связать себя узами брака в уникальную дату, сотрудники ЗАГСа Нефтекамска работают в этот день с раннего утра и до позднего вечера. Дата 22.02.2022 является зеркальной, а потому и так привлекает влюбленные пары. Для Анжелики и Руслана Хайрулиных эти числа имеют особое значение. В магию чисел в каком-то смысле я верю, потому что как бы так получается иногда. Ну, либо совпадение, либо уж на самом деле такая магия есть, я не знаю. Мы в прошлом году, получается, в феврале 12 числа мы делали никах у нас, то есть тоже как бы зеркально получается, 12.02.20.21. И вот уже решили как бы через год, раз уж так же дата совпадает в феврале, решили так же дату сделать, получается, 22 зеркальное, чтобы и как бы, ну, дата уж единственная такая в нашей жизни получается, ну и как бы чтобы красиво все было. Анжелика и Руслан поставили свои подписи, тем самым пообещали друг другу быть всегда вместе. Поздравить молодоженов с началом нового этапа в их жизни пришел и исполняющий обязанности главы города. Эльдар Валидов подарил новоиспеченной семье памятный подарок и произнес самые искренние и теплые пожелания. Я хочу пожелать вам такой прям настоящей, крепкой семейной любви. Любите друг друга, цените друг друга, уважайте друг друга, прощайте друг другу какие-то моменты, помогайте друг другу, будьте всегда рука об руку вместе. И в какие-то печальные моменты, ну, конечно же, вместе, в радостные, в праздничные моменты. Я желаю, чтобы этих радостных, счастливых моментов у вас было как можно больше в вашей жизни. Всего в этот день в Нефтекамске решили зарегистрировать брак 28 пар. В целом по республике в этот день скрепили свой союз 398 ячеек общества. Отметим, что следующая полностью зеркальная дата выпадает только на 3 февраля 2030 года. Татьяна Кокорина, Роберт Сабиров, информационная программа «Ежедневник».